Николай Красиков на первой дорожке. Старт! Так, Коля не оставил никому шансов на лидерство. Артем Новик на втором месте за номером 7 «Россия». Николай Красников сегодня в ударе. Коля уже не досягаем. Мы следим за борьбой за третье место. Борьба за третье-второе место. Да. Чудо не случилось. Николай Красников занес свою копилку. 3 очка. Вот смотрите, смотрите, это фишка Красникова для зрителей. Его ласточка на своем железном коне. Его визитная карточка на всех соревнованиях, особенно международного класса. Коля приветствует зрителей родного города Уфы. Это перезаезд спортсменов, которые набрали равное количество очков. Good cap. Одиннадцатый номер Кирхнер Христов, Германия, захватил лидерство в этом заезде. Да, какая-никакая борьба, да, смотрите. Смотрите. Первый номер Олсен Фредерик, Швеция, вырвался вперед. На третьем месте идет Тани Томи, Финляндия. Борьба за 8-9 место. Особого накала борьбы мы не увидели, но тем не менее. Да, перезаезд спортсменов, которые вышли в равные очки. Да, Харальд Симон в свойственной манере по малому кругу вырвался вперед. Сергей пытается бороться. Уходит на малый круг, ему это удается. Прекрасная борьба. Да, вот это что-то. Смотрите, Харальд Симон не сдается. Да, он уходит на малый круг, черт побери. Да, он таки этот круг. Нет, смотрите, что происходит. Сергей прекрасно по большому кругу, набрав большую скорость, вырвался вперед, только бы сохранить лидерство. Прекрасная борьба. Прекрасная борьба, смотрите. До последних метров этого заезда накал борьбы не стихает. Да, наш спортсмен Сергей Логачев приходит первым и завоевывает второе место по итогам этого дня чемпионата Европы в личном зачете. Прекрасно. По итогам сегодняшнего полуфинала Николай Красников занимает первое место. Сергей Логачев второе, Россия. И Харальд Симон, Австрия, занимает третье место. Николай, ваши впечатления о первом дне соревнований чемпионата Европы в личном зачете? Вы знаете, сегодня только позитивные впечатления. Эта гонка для меня сложилась удачно. Лед был гладким. Будем ждать завтрашнего дня. Замечательно. Вы предоставили просто истинное наслаждение своей ездой сегодня. Я думаю, зрители просто в восторге. Спасибо вам за ваше мастерство. Также спасибо. Хотел сказать большое спасибо всем моим болельщикам, зрителям, кто пришел сегодня на стадион «Строитель» поддержать нас, россиян, будем так говорить. Ну, их поддержка и активные овации, ну, нам очень сильно помогали на дорожке. Всем крепкого здоровья, приходите на наши соревнования чаще с друзьями, семьями. Мы вас ждем. Спасибо огромное. Удачи вам в завтрашнем дне, спасибо. В финальном. Спасибо. Thank you.
Мы продолжаем наш репортаж с чемпионата Европы в личном зачете. Сегодня второй день соревнований, финал. Будьте с нами, будет очень интересная, захватывающая борьба. Тогда дорожка, третья дорожка, Харальд Симон замешкался на старте, но тем не менее вырывается на второе место. Первый номер наш спортсмен Новик Артем, Россия. На втором месте держится Харальд Симон, Австрия. Да, он король малого круга. Пытается навязать нашему спортсмену Новик Артему. Это ему почти удается. Да, лед уже потихоньку выбит. Вы видели, как бросил нашего спортсмена. Да, этим пытается воспользоваться Харальд Симон. Но Артем его не пускает. Последний круг. Последний круг, да. Харальд, конечно, не упустил своего момента. И захватил лидерство на последнем круге. Ну давай, Артем, давай, брат, давай, нет! Харальд Симон побеждает в этом заезде. Гордость нашего мотоспорта Николай Красников. Интригу ему может составить только Олсен из Швеции, Фредерик Олсен. Да, смотрите. Смотрите, четвертый номер, Кирхнер, пытается навязать борьбу, но это была жалкая попытка. Красник уверенно лидирует, никому не мешая, по большому кругу проходят почти все виражи. Как таковой борьбы не получилось у европейских соперников. Сергей захватывает лидерство с первых метров этого заезда в плотной борьбе. Ему составляет конкуренцию 13 номер швед Олсен. На второе место вырвался 11 номер Ян Колтовский. Да, наши спортсмены рвут всех как грелку. Фаворит этого заезда, несомненно, Антонин Колтовский, Чехословакия, который выступает по четвертой дорожке. Пока он на втором месте. Да, плотная борьба завязалась между европейцами. Антонин пытается по большому кругу выйти на первое место. Да, набирает скорость. Но четвертый номер Кирхнер пока не пускает его в лидеры. Плотная борьба, да, интересный заезд. Да, еще бы немного, и Колтовский, да, смотрите, он предпринимает отчаянную попытку, выходит по малому кругу, рискует очень сильно, перекрестил траекторию. Смотрите, какая борьба, интереснейший заезд. Бросает мотоцикл Колтовский на борозде. Он пытается все-таки, пытается на прямике. Да, смотрите. Нет, нет. Антонин Колтовский приходит все-таки вторым. Третья дорожка. Николай вырывается вперед. Второе место держит Игорь Сайдулин. Николай Красников по большому кругу уверенно держит лидерство. Игорь Сайдулин навязывает ему борьбу. По-прежнему Николай Красников
лидирует в этом заезде. Да, какой был острый момент, как швырнуло мотоцикл Красникова. Смотрите, Игорь Сайдулин пытается вырваться вперед. Сейчас по малому кругу нет. Смотрите, интрига. Да, Красников второй, Игорь Сайдулин первый. Австрийский гонщик Харальд Симон занимает третье место в чемпионате Европы в личном зачете. Наш спортсмен Николай Красников второе место становится серебряным призером. И Игорь Сайдулин берет первое место в этом чемпионате Европы. Вот и подошел к концу чемпионат Европы по мотогонкам на льду. Спасибо, что были с нами. Наша передача «Автомотогурман» подошла к концу. Ведущий программы Борис Одессит. Смотрите «Автомотогурман». Генеральный партнер программы «Автомотогурман» – Toyota Center Уфа-Север. Только до 31 марта при покупке Toyota Land Cruiser Prado. Выгода до 100 тысяч рублей. Подробности в вашем дилерском центре. Партнер программы «Автомотогурман» – компания «Моторспорт», официальный дистрибьютор французской компании «Матюль», технический партнер по смазочным материалам Центра технических видов спорта имени Кабдрахмана Кадырова.